Ой, твой ребенок рыка. Все, она влюбилась в эту игрушку, не отдает ее, все время прячет, куда-то бегает. Ой, привет, моя любимая, не знаю, что у меня на башке. Пришла с улицы и замерзла, потому что там поднялись тучи черные. Сейчас стояла, вызывала солнышко, опять вышла. Смотрите, что у меня на башке. Ха-ха, просто жесть. Вышло солнышко, видите? Хотела Хуриту показать, но тучи все равно какие. Ху-ху. Хурита! Хурита! Где твоя? Где твой Мишаня? Мишаня! Где Мишаня? Хурита! Куда-то она заныкалась, эта игрушка. Вот. Мишаня! Свалила. Ой, не могу с ней. Не могу с ней, правда. Она с ней носится с самого утра с этой игрушкой. Только пришли с прогулки. У меня эта игрушечка упала с тумбочки и так заговорила. Она подбежала, ее взяла с такими умоляющими глазами. И с ней везде носится. Чья это игрушечка? И она ее не рвет, как другие игрушки. Ой, не знает, куда убежать. Не знает, куда спрятаться. Не знает, куда. Чего ты сваливаешь все время? Сейчас спрячется в кладовку. Ой, не могу. А я в прошлом видео, что мы гуляли с вами с Хурой, не прочитала же вам стих. Потому что мне кто-то позвонил и вырубилось видео. И видео, кстати, утреннее не перевернулось. Бусечка, бусечка. А это то, что я снимала, когда мы с вами гуляли утром. Такие фотографии прекрасные. И солнышко свое любимое сфотало. И этот дворик, где туи. И себя с Хуритой. Вон там Хурита. Вон там я, сонная. Такая красотища. И такая. Сейчас покажу вам фотки, которые я вечером поставила. От которых ромашки я вам поставила на этот. На заставку. Вот они. Смотрите, какие. Это что-то. Это занавесочку снимала. Она прям такая вся в солнышке, прозрачная. И это тоже как будто вся в этих фейерверках новогодних. А эта Хуриточка на речку ходила. А речка прям сердечком. А тут, смотрите, это на даче. Подруга сфотала свой кедр с шишечками. Видите? Ему знаете сколько лет? Ой, я не знаю, может уже все 25. Она посадила его, когда ей было, не знаю сколько лет, то ли 15, то ли сколько. А Хурита вечером гуляла. А это полосатики на лавочке на моей сидят. А, я же хотела вам стих. Стих прочитать обязательно. Как же вы без стиха моего? Сейчас. Это тоже вчера фотки фотала. Красивые такие все получились. Давай, Люся, не тормози. А то будет как вчера. А вчера тормозил. Вот он стих. Вот с таким котиком. Я не грущу, нет повода и смысла, хотя и в жизни тоже смысла нет. Я вне времен и смыслов всех зависла. Ум спит, как раньше он не требует ответ. Он наблюдаем и покоится в блаженстве. Теперь нирвана — дом его и тыл.
В нем нет изъяна и предела совершенства. Он от движухи тленной подостыл. Я не грущу. Отбросьте представления, в них ярлыков, обозначений, пруд пруди. Я в пике творческого настроения. А хочешь тоже так? К себе приди. В пике творческого настроения, котяра. И поставила Шанти. Прекрасную песню Бурита. Мне она очень нравится. Бусечка запрыгнула. Хочет кушать, надо в магазин ей бежать. Или у меня есть курица, сейчас посмотрю. 59 моим друзьям понравился стих, 7 себе взяли. Вот Александр Шевченко написал: «И осознай навсегда, ты сейчас, все мы одно. В этот миг, в этот час, все все происходит, чтоб вспомнить, друзья. Я – это ты, а ты – это я». Спасибо, Сашенька, так и есть. Вот я ему ответила. Ня! Людмила Косачева написала: «Ирина, благодарю, замечательно». Спасибо, Людочка. Прислала вот такого котика, похожего на себя. И написала: «Доброе утро, радушного настроения». Самое доброе, Людочка. А я у нее спросила утро, потому что это вечером я прочитала вчера. Не заметила, когда ночь-то прошла. Надежда Ребрикова прислала вот такого девочку-ангелочка с «благодарю». Любовь Урбанович написала: «Благодарю, родная, прекрасное вдохновение». Спасибо, Любушка. Сергей Гришов прислал видосики. Кому интересно, заходите, смотрите. Елена Кучеренко прислала пальчик вверх. Спасибо, Леночка. Надежда Ребрикова написала: «Супер». Наташенька Зрянова прислала кошечек сердечками обнимающихся. Валентина Гришенкова прислала сердце огромное. Григорий Шанти прислал ручки. Сергей Гришов тоже смайлики. Лидочка Гаврилова, Эльвирочка Зайнулина. Спасибо. И Златочка, Майя. И а здесь любовь. Тоже все понаприсылали смайликов. И Аллочка Сергеева написала: «Спасибо, Ириша». И тебе, Аллочка, спасибо. И Валечка Гришенкова прислала сердечко. Или мы это уже смотрели. И Леночка Щукина. И все мои любимые друзья. Как помните, Микки Рурк в фильме «Пьянь»? За моих друзей! Это я тоже так, у меня такое же чувство. Люблю вас, мои хорошие. Всем божественного дня. Где там Харита носится с игрушкой, с этой? Не хочу у нее забирать. Она прям такая счастливая. Я вижу, что она ее не грызет, не рвет. Может, потом порвет, не знаю. Но пока, по-моему, она счастлива. И пусть будет. Я очень рада за нее. Теперь надо Бусю делать счастливой. Она вот этот корм не хочет. А Леночка прислала вчера ей на корм. Сейчас пойду в Пятерочку куплю ей этот Пурину Ван ее или еще что-то. Она этот не ест. И тоже Феликс ей нравится. Ну, не знаю, посмотрю, в общем. Спасибо, Леночка, отдельная. Очень люблю вас. Всем прекрасного четверга. 20 июля.